Oh shit, here we go again. Погнали собирать первый левел. Гнусный карлик. Не менее гнусный брат его скелет. Так. Череп уже хотят всучить, ублюдки. Да уж, ладно. Карлик. Что видишь карлика, пробиваешь с ноги ему. В игре исключительно, если что. В реальной жизни тогда так делать. Ни в коем случае. Бу-бу-бу-бу-бу. Так, все дальше. Пофигу. А череп-то этот мало вообще-то хп снимает, я так заметил. Что-то вяло снимает. Ниху! Ладно. Все хочется очки взять, нахрена мне их брать? Да ё. Вот такая же хрень с орлами. То есть ты прыгаешь, ты бьешь ногой, но тебя все равно дамажит. И вот это просто убивает меня, в прямом смысле. В ямку падаю. Это пипец как бесит. Так, чё я сердце не беру? О, спасибо, игра. Игра любит меня. На самом деле нет. Что-то уровень низкий очень-очень. Ой, опять сердце. И опыт. И мана. Еще все есть. Но все равно не хватает. На первом боссе должен быть уровень так-то. А мне нету. О, мне страшно. На боссе и набьем его. Жопа. Уймитесь, молодые. Так, на середине экрана ее надо убить каким-то образом. Ну или близко к середине. Ну ладно, вот так пусть будет. Все равно уровень не хватило. Печалька. Так. Как быстро перематывает. А вот и уровень. Так. Надо держаться как-то поосторожнее тут. Эти скелеты быстро ходят достаточно, с косами, а вот эти медленно. Еее! Ну, блин, у меня же удар уже появился, алё. А ерундой тут занимаюсь всякой. Хитбоксы кривейшие, я клянусь. Ты никогда не уверен, что ты ударил вот по объекту, что типа ты по нему попадешь. Ты реально не уверен. Из-за этого полная жопа. Как можно быть неуверенным в своих же ударах-то? Вообще, камон. А-а-а. Опять же, за журавлем погнался. Но даже синицу не поймал, блин. Похрен. Сердечко, класс, вообще идеально. И опыта много, и маны много, все окей. Сердечко не нужно. Подсечка у меня еще не появилась. А раньше здесь уже у меня появлялась эта фигня. Вот там наверху вроде. Надо держаться. Но все это не поможет против рандома. Вот в чем дело.
как в Кастельвании в первой с этими летучими мышами на последнем уровне. Да-да-да. А, у меня же нет подсечки, ёкалный бан. Слушайте, я реально отстаю по опыту от раньше, от раз до других прохождений. У меня здесь давно подсечка должна была появиться. У меня ее нету. Что не дело? Пипец, не дело. Ванап. Спасибо, блин. Вам в ямку не отлететь, и на боссе на этом не сдохнуть, замечательно, чудесно. Ой, как хорошо. А вот и подсечка. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Просто идеально, идеально, идеально. Так, действуем по новой тактике. Тактика от Дмитрия. Правильно, правильно вроде. Типа стоим, ждем крыс, пьем чай. Крыса отлетает, едем ей по хребтине, все окей вообще. И все же, алло. Почему по ней урон не засчитывался? Нормально, хорошо, я даже сказал. А на третьем уровне дают хп по-любому. Так, выманиваем пацана, прыгаем за спину. Вот и хп. Хорош. Подхилимся. Блин, вот эти ребята мне серьезно доставляют. Ой, хорошо. Ой, идеально. Успел даже эту взять ману. Так, мимик. Камень помешал взять в сердечко. Каменное сердце камня. Неплохо. Опа. Ой, хорошо. Вы видели? И вся эта удача разобьется об одного орла и ямку, ёптить. И все. Или еще как какой-нибудь. Что пошло угодно, неважно обо что. Так, перематываем. Тихо-тихо. Еще хп дали. А, и уровень дали. А что у нас там появилось? А, супер удар. Да сука, ну ничего не взялась. Не взялось. Тихо-тихо, его лучше вообще не трогать. У них хитбокс сломанный. Спиной бьют на расстоянии в километр. Шейдер, здорово, привет. Доброго дня тебе, если у тебя там день. А мы тут все страдаем. Третья попытка у меня уже. Вчера была тренировочная и две обычных, сегодня третья. Два месяца ремонта наконец закончились. Ой, это очень круто, поздравляю тебя, это замечательно. Я специалист по ремонтам, которые у меня тоже годами идут буквально, поэтому это большое дело. Excellent. Outstanding.
сюда просто заносите. Эти чушки бегают, конечно, пипец. Очень веселые они. А почему? А где? Ладно. Не понял. Туда, сюда, сюда, сюда. Отопление, все комнаты, веранда, новая мебель. Ни хрена себе. Ну это здорово. Если тебя все радует, то, что там наделал, это прекрасно. Ты бывает ремонт сделаешь, какая-то шляпа получается, ты нифига не радуешься. Поехали. А что срать на него? Да едь ты, подсечка. Ладно, хоть ману взял. Можно сразу похилиться. А вот уровень с воронами. Ой, с воронами, с этими. С орлами. С орлами и шипами. Ну, вперед, в ямку. Не хочу в ямку. Ямка не спрашивает, хочешь ты в нее или не хочешь. Ямка тебя принимает таким, какой ты есть. Секунду. Все, у меня еще и фулл хп и маны много, но это пипец, это плохо. Именно сейчас, когда у меня лучшие показатели, которые когда-либо были, именно сейчас мы сольемся на каком-нибудь говне. Я вангую. Орлы пошли. Что-то мало орлов, давайте больше. Так. Вот здесь главное не перемотать, тут сразу ямку кто-то поставил. Добрый самаритянин. Просто ты появляешься около ямки, ты нажимаешь по инерции вперед, и ты сразу в нее улетаешь. Это кайфово вообще. Типа, а чё? Ой, левел ап. А что дали? Двойной удар. Тот самый, который руинит. Он, о, именно его дали. Пинкс. Пошли в жопу эти орлы вообще. Гребаные ублюдки. Фу! Получилось. Ёкарный бабай. Сука, чуть не сбил. Но не сбил. Я очень далеко улетел. Повезло, пипец. Что там произошло? Что там произошло? Шляпа, как всегда, полная. Босс? Повезло, как она заспаунилась-то удачно. Песенка-то это. Теперь наш лирнейский лев или кто он там. Сучонок. Да блин, что я делаю? Короче, ем хилочку. И не волнует ничего. Лев, иди в жопу. Сейчас, секунду. Да блин, ну как, сука? Потому что надо не там держаться, где я держусь. Там держаться не надо. Сущий лев, ты сдохнешь, нет? Вот, зато все призы собрал. Так, похвастаюсь. Стол придумал с такой штукой, чтобы провода не висели. Шейдер, а ты моего стола не видел случайно? У меня кабель менеджмент, прикинь, внутри стены. То есть компьютер стоит в углу комнаты. Справа от него там типа отверстие. Внутри идут провода. Еще есть отверстие на вывод для мыши уже вверху столешницы. За монитором еще отверстие для вывода мониторных проводов. Вот так у меня настроено. О, мы впервые до сюда доходим, кстати. Охренеть.
Короче, а под самой столешницей, там, где провода вообще никак не скрыть, у меня кабель канал просто сделан. Вот такая шляпа. Стол, стол угловой. Угловой, в смысле, просто столешница в углу комнаты стоит. Не в смысле, он там какой-то формы особый. О боже, я все собрал. Сердце. Как хорошо что-то такое. Сердце, как хорошо на свете жить. Еще одно сердце. Давайте третье тогда еще. Че? За компанию-то. Че, плохо что ли? Так много призов, что глаза разбегаются. Посмотрите. Не понял, она вырвалась? Ты чё вырвалась, алё? По жопе. Так, как туда запрыгнуть? Я хочу туда запрыгнуть. А, я могу запрыгнуть или нет? Вообще, что-то у меня подсечка в воздухе-то есть? Так, по-другому придумал. Так. Так. Угу. Ну, круто. Слушай, я не знаю, ты есть в моем Дискорде? Скинь фотки, если не впадло. Я тебе могу свой скинуть. Так, а что у нас тут вообще? У нас новый прием появился? Или что у нас тут появилось? Ну, по идее, появился, как без этого. Ребята, алло. Взял. Супер опыт взял. Ману взял. Так, следующий уровень сложный. Из-за ямок. Но! Что? Мы придумали, как проходить там. У нас есть теперь магия. Пиу-пиу магия вот такого типа. Я не понимаю, кто это появляется, но похож на чмошника. Какой-то рыцарь, жук, хрен его разберет, кто это. Жука-рыцарь. Сюда. Сердце. Не, а жопу чую, сейчас отлетим. Как вот я понял, что мне это напоминает, это как в Диаблу какой-нибудь на хардкоре играть, где ты качаешься там много часов, все клево, и тебя потом ты отлетаешь на каком-нибудь рандомном говне, и ты все заново, у тебя первый уровень. Так. Я-то сам не играл в Диаблу на хардкоре. Не. Но Шака играл. Мой друг Шака, вы же знаете Шаку. Мы с ним в Street Fighter играли, в Apex играли. И так далее. Просто идеально. Скелеты из клана на Линкольн. Ну, может быть. Так, что там за босс? А мы знаем, что там за босс. Секунду. А это что? Это пиу-пиу как раз или нет? Или что-то другое? Да. Нам пиу-пиу не нужно. 500 маны. Никогда столько не было. Просто никогда. Вот этим ударом бить, то, блин. Осьминога. Вот это шиза, конечно. В принципе, тут можно было и магией кидаться, наверное. Куда ты, дядь? О, хоть одну щупальцу убил, ё-моё. Чуть нехорошо идет, нормально. У меня много маны, я могу хиляться миллион раз. Помогу. Так. Неостанавливаемая анимация, просто руина какая-то для меня. Все еще есть щупальца. Сраный урод. Вот рандома в игре просто дохрена. Его невозможно лоудэмэдж, что игру надо пройти. Даже Ева бы не прошла. Прибавляем хп, пошло на жопу. Сучий осьминог, ты че тут, мать твою? Все, опыт взял. Почти уровень, кстати. Так, а вот теперь наш любимый... Ой, не любимый, а такой вот уровень. Клевый уровень, на самом деле. Так, не понял.
Ладно, не важно. Пью. Ой, еще и сердце дали. Ох, она вообще. О, вот это уже... Блин. Не то опять было. Так, граждане отлетают, нас все устраивает. Форт Шилд Мэджик. Да, окей. На селект очень неудобно стрелять. Я не знаю, кто это придумал. Но я понимаю, так уже все просто не оставалось других вариантов. Эх. В жопу тебя просто, дружок. Я даже не буду тебя бить, а то вдруг улечу в ямку. Срать просто, идите. Показать вам, где это находится. Вот это вот место срать. Я могу. Чуть не это самое. Сука, чуть не рыпнулся за сердцем и думаю, я бы улетел бы в ямку. Ну все. Ёпта. Да как? О, вот это хорошо. Просто идеально. Уверенно. Большая хилка. Лечимся сразу, чё? Так, предпоследний уровень сейчас будет. Нельзя умереть на нем, потому что ямок нет. Значит, будем фармить. Всякие маны и так далее. Ну и опыт тоже. Вообще, опыт сейчас копится, а потом уже он не нужен будет. Вот уровень. Последний уровень есть. Теперь только ману и хп копим. Ману и хп. И не взял. О! Супер. Здрасте. Это что за гражданин такой, да? Тут однорогий пожаловал к нам. Давай бегай теперь. Спать пошел, гражданин. Так, Чак Норрис, понял. На панике просто вертуху закрутил и перепрыгнул как-то этого мужика. Мужики что-то жесткие, не в себе. Не в себе или не в себя, как правильно говорить. Блин, хп, ладно. Не среагировал. О, кувшинчик. Здрасте. Да как? О, хпшечек, спасибо. Кто это? А, опять эта штука, ё-моё. Да что за бред? А, может впереди стоять надо? Да я харе, блин. Чё за приколы, алё? Подхилимся.
В Discord есть еще веб-версия, и скачать не обязательно. Так, думал, что с ушами делать, синхайзеры устраивают, внешний вид никуда не годится. Ну, это согласен, да. Тут менять всякие надо оголовья, амбушюры и прочее. Да вот все же меняется. Ну, красавчик. Короче, то, что я сказал сначала, ты и сделал, я просто не дочитал. Сенхайзер — это замечательно. Вот у меня Сенхайзер, я не нарадуюсь. Сколько им лет уже? 6? Что, до меня служили много кому, наверное. Ну, как минимум одному владельцу. Прекрасный наушник. Замечательный звук. Все круто. Амбушюры, правда, китайские пришлось покупать. Они не совсем налезают как надо. Это проблема, но небольшая. Как бы. Так. Ну все, самое время в ямку отлетать, да, у нас? Так, что там, защита какая-то была вроде? Это защита. От магии. Так, вообще кто? Сука, не взялась. Ну, отсечка не работает, так как я думаю, и она не работает вообще никогда, когда я нажимаю. Но она работает, если надо в ямку улететь и сдохнуть. Тут она работает. ХПшечка. Что-то не та магия-то. А какая-то, а это что ли? Или это? Точно это. Да харе, ёпта. Сейчас. Да. Этот босс меня вымораживает, если честно. Вот эта вот бабка в сапогах. Хотя как будто бы это вампир должен быть. А, у меня тоже хитбоксы поломаны, то есть я с километровой дистанции бью, и все нормально. Понимаю. Ну падай ты уже, ёпта. Алло. Ёть, как дела у тебя там? Спать. Так, двойника на этого, на доппельгангера. Так, какой доппельгангер? Сейчас это летающая срань еще будет. Блин, мразота. Нормально, хорошо, сейчас отлетит. Просто игра офигенная, 4 босса подряд. 4 подряд, просто нон-стоп. Класс же. Так, ставим. Идеально, просто офигенный способ. Прибавим сразу хпшечку. Ну да. Ну, паука просто не спеша долбим вот этой вертухой и все как бы. Какой паук охреневший, конечно. Тело такое. Ну дайте взять. Взял. Не попал. Паук отлетает. И времени тут нет, можно вообще не спешить, просто делай, что хочешь. Я уже мучаюсь от мысли, что я отлечу на последнем уровне. Это самое страшное. Нет, самое страшное на последнем боссе, а на последнем уровне это полу самое страшное. Я могу отлететь, в этом проблема. Там слишком много рандома. Мана. Ура, последний уровень. Всех убивать, короче. Все эти шары летающие, прочее дерьмо. Всех мочить.
Ну, по возможности. Да что? А что? А, не точно, ясно. Прошу вас идти срать, уважаемый. Что происходит? Чего я не могу запрыгнуть? Просто не могу, да? И все. Ты что, за прыжок был страшный такой? Прыжок отчаянного. Назовем его так. Только не в ямку, сучьи уроды. Опа. Мана. Класс. Пешечка. Фул хп. Не очень удачно, все разбиваем. Гражданин пошел спать. Маны не супер много, но есть. Слушайте, а я же мог в этом сраном подъеме время выключать. И призраки бы эти не появлялись. Что за хрень? Почему я про это забыл? Это же несерьезно. Кувшинчик. Отправил? Спасибо, Шейдер. Я гляну после стрима. Тихо, ублюдки. Я не буду эти призы брать. Пошли не срать вообще просто. Спать. Полный... Вы видели, эта падла, где появилась, и как она меня могла столкнуть? Вы видели? И чуть не обосрался. Жесть, мать их. Что за гондоны делают? Здесь хоть и взял все. Кувшины взял. Ипотеку и на участке, походу, зарубили. Чего? На участке зарубили ипотеку? Серьезно? Это очень плохо. Хоть какая-то возможность была что-то купить у людей. Квартиру-то все равно не купить никому, потому что цена такая, что невозможно ничего купить. И на участках хоть как-то могли люди строиться. А теперь ипотеку, что ли, нельзя взять? Офигеть. Хреновая новость. А тем временем мы в нашем любимом месте. Давайте-ка время чуть-чуть стопану. Смотрите, стопануть время помогает. Чего никто не предложил мне раньше стопануть время? Я в недоумении. Стопанем. Смотрите. Раз. Так, вот здесь не очень хорошо стопануло ее время. На шипы тоже работает! Вы шутите, что ли? На эту хер летающую зато не работает. О, босс. Нет, блин. Нет, говна кусок, нет, блин. Ёшкин корень. Придется бить без хилки их или что, или секунду. Сколько маленькая хилка стоит? 60.
90 хватит. Я потом, пожалуй, хилку съем сейчас. Все заборочное, походу. Опа. Если вот таких лаж не будет с коленями, то заборочное. Ё-моё, на шипы действует остановка времени, ребята, это в 100 раз облегчает уровень. Чёрт возьми, мы столько времени потратили зря. Не могу это поверить. Хары, лягуха. Ой, хп дали, хп! Ну что, это знак судьбы, ёпать. Если вы верите в такую хрень. Я не верю. Но хп дали, спасибо. Сейчас почитаю, что это что-то там накатал опять простыню какую-то. Мне еще ману дали. Че, да, дружок, ты последний. Выносите девку сюда. Нормально, нормально. Опа. Все, малая наша. Хватает всего. Все, готово. Просто сюда. Вот же! Час 45, прекрасно. Друзья, всех поздравляю, мы смогли, мы это сделали. Спасибо, Дмитрий. Спасибо всем, кто это самое помогал советами и так далее. У меня аж это самое. Я так не хотел сначала играть. Как повезло, вообще отлично. Видели, сколько хороших бонусов было за ран? То есть, прям, блин. Спасибо, Гоп, спасибо, старина.